Всем привет, с вами канал Артмания. И сегодня я занялась уборкой, достаю свои силиконовые формы. У меня такие силиконовые формы, они у меня лежали на балконе в большой сумке. Вот, и наконец-то дождались того часа, когда я могу их наконец-то переложить в кухонный гарнитур. Вот, все, я как-то все думала, надо, не надо, понадобится, думаю. Я это, приду, вытащу их, там достану. Попользуюсь и снова положу. Сейчас я подумала, что каждый раз вот так вот лазить на балкон в сумку и там копошиться искать, это неудобно. Хочется, чтобы все было под рукой. Вот они вот такие. Это вот из фикс-прайса. Ну, в основном из фикс-прайса. Вот такие вот еще я нашла. Я даже вообще о их существовании уже даже забыла. Вот. Можно леденцы сделать сахарные. Там или какие-то силиконовые коврики. Я очень люблю силиконовые коврики, люблю на них готовить. На них не пригорает еда, то есть все прям хорошо. Вот, и также вот для печенек, для кого тут, рожков такая вот у меня есть. Для мороженого, кстати, вот. Вот для печенек их я хочу сложить в контейнер. Вот тут у меня... У меня вот целый мешок лежит, тоже хочу все это переложить. Тут вон всякие, я покупала в основном в фикс-прайсе. Вот. Ну, сделаешь печеньки, удобно, интересно, то там елочки делаешь, что там еще что-то делаешь. Вот, нравится мне очень. Ну, их, в принципе, не так много. Тут вот есть какие-то пластмассовые на каком-то кружочке. Все это я переложу и потом вам покажу. И также я стираю. Вот, стираю сегодня Димин комбинезон зимний. Вот, его постираю, буду продавать. Потому что он прям совсем очень такой грязный. Вот, стирается вместе с моим полотенчиком для головы. Они друг друга потрут и постираются, я думаю. Вот, да, буду его продавать. Зимой в нем 2 года почти что отходил. Ну, 2 сезона, 2 зимы отходил. Уже ему мал, жалко, но... Очень хороший комбинезон, очень теплый. Вот, будет у меня сохнуть. Жалко, что солнышко сейчас нет у нас. Холодно. Вот, но надо его постирать. Сначала не хотела, но он очень грязный. Вот, все-таки Дима уже бегал, там ходил. Так, ну вот я сложила мои всякие для печенек. Как их там, господи, формочки. Вот эти не стала, эти, наверное, положу обратно в мешочек, потому что уже тут много навалено, не помещается. И просто вот эти будут рядышком, а замедлила я и, наверное, куплю контейнер. И вот у меня остались для кофе такие вот из фикс-прайса. И вот эту. Вот эту, не знаю, использует вообще кто-нибудь, напишите в комментариях. Я не использовала, не знаю, может быть, продать ее лучше, чтобы место не занимало. Или оставить. И вот так получилось у меня там. Это снизу так видно. Как раз вот она у нас, вся посуда. И вот она лежит. И также вот здесь вот. Там новенькие у нас лежат. Ой. Вот, ну поскольку вот эта вот стена у нас получается очень, очень тонкая, в принципе она там меньше даже 5 сантиметров, то сюда тяжелое ничего класть нельзя. Тут вот, вот они по максимуму лежат у меня. Соседи. Вот, то есть, ну, микроволновка очень тяжелая, тоже занимает место. Поэтому я решила положить туда наверх. Даже вот не в угол сюда, потому что тоже все-таки тяжело, а вот туда. Вот. Там, потому что место все время свободное, все время его много. Здесь тут у меня посуда. Еще, кстати, даже не домыла, не доложила. Еще у меня в комнате это, на полке много стоит, лежит. Вот, надо мыть, перекладывать. Пока так вот. Остались у меня еще тут рецептики маленькие от формочек. Вот, я их пока что оставила, их, наверное, я вырежу и потом попробую приготовить. Если понравится, то ее перепишу.
И также вот такие вот формочки, тоже из фикс-прайса. Они для творчества у меня. Вот. Может быть, там бумажечками накладывать вот с мукой. Кто знает, вот потом удобно будет срезать. Потом покрасить, вот там она новогодняя такая. Вот, либо, не знаю, посмотрим. Да, тоже вот она из фикс-прайса. Такая снежинки. Кстати, вот это вот очень плотная. Все бы были такие. Так, здесь что? Тоже вот снежинками можно прям ее тоненькую сделать. Потом навешать, например, можно по всей квартире. Залить там алебастром там, или гипсом. Раскрасить потом. Ну, это все зимнее, да. Вот такая вот домиками. А вот сейчас с этой стороны покажу. Вот они. Классные какие. Домиками. Ну, просто здесь сделать кексы в виде домика. Как-то, не знаю, мне непонятно. Прям такая красная через экран. Вот, елочки такие вот. Что-то у меня прям тематика новогодняя. Тоже вот интересно. Потом можно подарить кому-то, развесить. Вот, и вот такие вот. Это я уже покупала в Ашане. Где-то рублей за 150, за 200. Где-то так. А, это я хотела делать, по-моему, магнитики, да. Магнитики перед Новым годом и раскрашивать. Вот, ну, что-то у меня так времени не хватило. Может быть, как-нибудь вместе с вами хватит время. Вот, видите, какие. Прям такие они симпатичные. Тоже снежинка есть, елочка. Вот это очень красивая. Да, еще я покупала, кстати, магнитики. Такие маленькие. Тоже где-то лежат, в принципе, можно. Но, по-моему, магнитики особо никто не покупает. Поэтому сложновато с этим. Давай, давай. Что еще ты будешь вытирать? Ой, какой ты умница. Ой, ты маме помогаешь. Все вытирает, вытирает. Давай, давай. Что тут? Тут тоже, да? Тут тоже вытирает. Молодец. Ой, какой умничка. Ой, умница. Да? А мама тебя снимает, да? Угу. Холодильник теперь. Давай, холодильник. Вот, молодец. Ой, молодец какой. Вот ты какой. Ой, какой умничка. Вот так, да-да-да, надо протирать. Угу. Полы теперь. Полы будешь протирать? Вот, молодец, полы. Вот, вот ты какой. Ой, какой ты умничка у меня. Молодец. Все? Побежал? Побежал. Беги, беги. Молодец. Мамочке помогаешь. Умничка какой. У нас новый жилец появился. Велотренажер. Такой мощный. Большой. Даже включается в розетку. Здесь так вот меню, большой экранчик. Такой хороший прям. У мамы он как-то попроще немножко, а вот здесь прям хороший. И также я постирала Димин комбинезон. Сейчас он еще сохнет. Я его перевернула. Такой комбинезон. Мы два сезона его носили. Мишка сразу стал беленьким, то затерся. Вот тут есть кармашек. Когда Дима был маленький, мы в этот кармашек клали маску, чтобы вот когда одеваешь ее, в общественное место выходишь, когда много народу зимой,
одеваешь. Вот чисто зимняя бы здесь была, лежала. Вот. Такой вот он. Там хороший, на молнии. Это вот мех отстегивает. Ну, я вместе с мехом постирала, до этого уже стирала. Потом еще. Тут мягенький. Тут вот собачка у нас сломалась уже дважды. Не заменили. Есть вот старая. Такой вот он очень хороший. Даже прям жалко продавать. Ну, буду выставлять. Есть вот ножки. Сейчас покажу. Тоже молнии, они сдвигаются вдвоем. Вот, и получается. И вот тут тоже вот оно подгинается. То есть получается как. Не как вот сейчас вот с ножками, а полностью так конверт. Очень удобно. Ребенка туда сложил, закутал и все. И здесь вот тоже вот они одеваются вот так вот. Вот они. Кармашки такие. И все, и ручки тепленькие, там ничего не задувает никуда. И все в порядке. Вот, сегодня-завтра его фотографировать буду и выставлять на продажу. Вот. Ну, конечно, сейчас уже весна, уже конец весны, но все же, может быть, кто-нибудь, кому-нибудь он понравится и кто-нибудь купит себе. Вот, конечно, можно оставить, пока я еще молодая, может быть, я еще рожу. Не знаю, можно, конечно, оставить, но это можно заполнить вещами просто всю квартиру. Вот. Он прям он мощный какой тут. Давайте попробуем сейчас его воткнем в розетку. Ну, вот сразу появилось меню. Не помню, там куда-то надо. Нажимаешь, и вот тут вот, вот они прибавляются. Не знаю, что это такое, я еще, честно говоря, не разбиралась. Вот какую-то здесь температуру он показывает, 21, может быть, это на данный момент 21. Хотя нет, это все-таки что-то вот двигается она. Не знаю, что это такое, еще разбираться, разбираться. Он только стоит у нас второй день. Какое-то тут время что-то выставляется. Здесь все на русском, хотя все равно не совсем понятно. Старт, стоп, тест, анализ, вот сброс. Вот. Тут вот тоже вот двигается, мне еще нужно немножко ее на себя подвинуть. Здесь, наверное, бутылочка для воды. Вот, и тут осталось вон еще какие-то непонятные детали. Мы с мужем думали, когда собирали, что там за детали, не знаю, так и не поняла. Да, кстати, он классно смотрится на фоне леса. Также я тут надумала постирать пледик. Не знаю, что из этого сейчас выйдет, оно довольно тяжелое, но, по-моему, машинка 6, а вот, да, написано 6 килограмм удерживает. Посмотрим, что там, как будет. Решила наконец-то его постирать. Думала сначала его постирать в ванной. Вот, но подумала, это будет все очень тяжело. От воды его отжимать, ну, вымачивать, отжимать, снова отжимать. Потом он там будет висеть, сохнуть, потом его доставать. Думаю, это все так сложно, так тяжело. Попробую в машинке. Вот оно вот, типа вот такого вот качества. Это вот от него подушечки маленькие. Какая-то уже соринка. Тут Дима сидит, кушает. Вот. Также у меня здесь готовится. Сегодня у меня плов. Плов с мясом, с картошкой. Картошку решила добавить. Не знаю, мне прям что-то так захотелось. Именно плов с картошкой. Вот. Специи свои добавила. Чеснок сушеный добавила. Прям 2 ложки. Не знаю, я не думаю, что будет острое. Просто будет какой-то аромат. Хочу попробовать. Вот, и здесь у меня хлебушек. Еле вытащила уже из этой формы фикс-прайса.
Ну, еще вытаскивается мягенький. Вот, но он у меня немножко подгорел. Пока я сидела, ждала, прибавила, задумалась что-то. И смотрю, у меня уже там подгорает немножечко. Вот, вот он чуть-чуть такой темненький. Вот, лежит, остывает. Сегодня как раз плов с бутербродом, с маслицем. Поедим хлебушек. А то у нас хлеба нету. Сидели несколько дней без хлеба. Я думала приготовить. Так, посмотрим, что у нас тут получилось. Ой, все запотело. Сейчас отойдет. Близко подошла, больно. Вот, сверху картошечка. Рис. Надеюсь, что там воды хватило. Сейчас попробую. Что рис получился. Это будет обидно.